Всем привет! В проекте «Хулиганы» выиграли Илья и Ангелина. Многие посчитали эту победу несправедливой. Согласно на 100%. После шоу пара поделила миллион и разошлись в разные стороны, теперь их объединяет лишь общий ребенок. Ангелина после проекта живет с пацанками третьего сезона, тусуется с ними. А у Ильи уже новая девушка, с которой он не стесняется целоваться на глазах у зрителей проекта. Вот скажите, по какому принципу были выбраны победители этого шоу, и почему действительно достойная пара Ира и Максим не боролись за победу? Полнейшее разочарование. Подписывайтесь на канал, ведь скоро уже начнутся пацанки. До скорого!